В Твери подвели итоги инновационного проекта «Твой выбор». Цель проекта – вовлечь подростков, которые стоят на разных видах профилактического учета, культурную, спортивную жизнь города. Фестивали, форумы, спортивные турниры, интерактивные выставки, мастер-классы – все эти мероприятия помогли объединить и повысить компетенции учащихся тверских школ и колледжей, которые находятся в непростой жизненной ситуации. С ребятами и их родителями в рамках проекта работали социальные педагоги и психологи. Они применяли современные тренинговые и игровые методики, использовали арт-терапию. Большое количество мероприятий, основанных именно на развитии коммуникации. Это основная, то есть компетенция, которую мы развивали, чтобы детей научить коммуницировать не только в той среде, в которой они привыкли, но и уже в новой среде, то есть среди своих сверстников, скажем так, более лучших достигать результатов и цели перед собой ставить, конечно же, более высокие, нежели. Участники конференции подвели итоги работы с подростками, поделились своим педагогическим опытом, наработками, а также презентовали пособия, в которое вошли лучшие практики проекта «Твой выбор». Методический сборник материалов будет полезен для социальных педагогов, психологов, которые занимаются вопросами ресоциализации.